Добрый день! Списание долгов происходит после завершения процедуры реализации имущества. Но что делать, если нет ни имущества, ни дохода? Сегодня я расскажу вам об этом. Процедура реализации имущества подразумевает следующее. Финансовый управляющий находит и продает ваше имущество, причем оформленное не только на вас, но и если вы в браке, то и совместно нажитое. Затем денежные средства распределяются кредиторам, оставшиеся непогашенные долги списываются. Но бывает, что у многих моих клиентов, кроме предметов домашнего обихода и единственной квартиры, в собственности ничего нет. А как вы знаете из моих предыдущих видео, этого вас лишить не могут. Но так спишут ли долги, если нет имущества и даже единственного жилья? Да, конечно. Закон о банкротстве дает вам возможность избавиться от непосильных долговых обязательств. И Верховный суд определил, что отсутствие имущества и дохода не является препятствием для банкротства. Но тем не менее, если у вас отсутствует доход и активы, вам все-таки необходимо предоставить доказательства наличия хоть какого-либо имущества или денежных средств для оплаты судебных расходов приблизительно на 15-20 тысяч рублей. Доказательствами могут служить размещение на депозите суда денежных средств для оплаты судебных расходов, опись имущества, которое можно продать, а также гарантийное письмо от третьего лица, который оплатит все расходы по банкротству. Специалисты компании «Да, банкрот» абсолютно бесплатно проконсультируют вас и подберут вариант, который подходит именно вам. Хочу отметить, что когда у вас нет доходов и активов, то процедура банкротства проходит гораздо быстрее. Пожалуйста, обращайтесь и помните, что жизнь без долгов прекрасна.